эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ядь. Здравия тебе, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, кто нас слышит. Мы начинаем нашу встречу, посвященную теме «Виртуальный лохотрон 2 или крипто-МММ мирового масштаба». Давай я тебе предоставлю вступительное слово, чтобы ты раскрыл, что же такое за МММ, что такое за крипто, почему мирового масштаба, почему именно тема у нас всплыла. Ну, начать, во-первых, надо поблагодарить Владимира, который прислал нам такие интересные, как сказать-то, свои наброски, по которой мы составили эту передачу. Дальше надо поблагодарить мироздание, что оно настолько мудро, что оно вот все твои слова, глупые не очень, оно воспринимает и может тебе обратно вернуть. Как-то не так давно мы с тобой записывали передачу, и с первого раза немного не получилось ее записать. Записывали мы ее со второго раза. Вот. Я там упомянул про фильм, как в фильме «День сурка». Вот. Оказалось, зря я упомянул, потому что эту передачу мы записываем в третий раз. Итак, как говорится, кто-то там любит троицу, и поэтому мы пойдем уже как по накатанным, по рельсам, быстро, без опинок и по порядку, да? Значит, итак, по порядку. Тема нашей передачи – крипто-МММ. Сначала, наверное, надо будет людям пояснить, что это такое за крипто, да? У нас сейчас кругом всемирная глобальная паутина, и в этой по-другому называемая интернет. И в этой глобальной паутине появляются разные товары, услуги, в том числе виртуальные деньги. Вот эти виртуальные деньги называются криптовалюта, то есть она виртуальна, ее как бы нет, она ничем не обеспечена, но люди ее покупают за свои реальные рублики, там доллары, евро и так далее. Вот. Теперь, я так понимаю, нам все-таки надо начать-то не с того, к чему мы пришли, а начать с того, а откуда вот чтобы сильно далеко, начнем, пожалуй, с момента, когда наша прекрасная страна под названием Союз Советских Социалистических Республик канула в лету. На ее место появились много разных республик, независимых государств. У каждого из этих государств возникли свои главные банки, которые, например, у нас в стране называются Центробанк. Этот банк почему-то создан по интересной системе, когда он вроде бы находится в государстве, но государство рычагов влияния на этот банк не имеет. Этот банк может самостоятельно решать, какие банки должны существовать в своей стране, какие проводить, так сказать, интервенции с деньгами, с валютой, с дальше. И вот то, что у нас в стране происходит, когда внезапно что-то прыгает, сегодня это стоило столько-то, завтра это стоит вот не столько-то. По идее, должно же быть, наверное, какое-то последовать наказание, воздействие на вот эту структуру, на центральный банк. Но так как он независим, правда, он независим, я так понимаю, от нашего государства, но он не независим от Федеральной резервной системы США, которая является частной конторой. Вот туда также включены много-много других центробанков других стран. Вот. И дальше какая система интересная возникла при распаде Советского Союза? Если раньше у нас вот этот центральный банк был госбанк страны, то сейчас появилось много мелких банков. По нашей конституции нашей страны есть графа, что деньги имитировать может только государство. Ну или в данном случае ее представитель Центробанк. Во всех других случаях это должно наказываться сурово, и это является фальшивомоничеством. Но почему-то вот эта вот графа, она не распространяется на банки. То есть я сейчас по-быстрому попробую вам пояснить, что происходит на самом деле. То есть пришел я в банк и разместил, положил в банке на счет 100 рублей на вклад на год.
Банк мне пообещал через год отдать 10% годовых. Так вот, есть такое понятие в банковской системе, которое стараются для обычного народа не афишировать, не разглашать. Называется норма частичного резервирования. У нас эта норма чуть побольше, в Америке эта норма 1-2%. Что это означает, вот, чтобы было проще нам считать, если в банке норма резервирования, вот этого частичного 1%, это означает, что я им принес 100 рублей, а банк при такой норме резервирования, он положил эти 100 рублей к себе, как сказать, в актив, сказал, что вот это тот 1%, который он резервирует, и на 99% других, то есть вот эту сумму, которую я положил, он умножил на 99, и на вот эти 99 создал себе виртуальных денег на своих счетах безналичных. А потом эти виртуальные деньги через кредиты даются людям, и люди, помимо того, что они получают ничем не обеспеченные вот эти нолики, они платят за них проценты, батрачат всю жизнь, ну, некоторых не всю жизнь, чуть поменьше, но все равно. То есть за ничем не обеспеченные нолики они отдают свое время, свои средства, свое здоровье и так далее. Да? Вот, Алексей, по твоему мнению, почему вот это вот все произошло, вот, и какой в этом скрытый смысл, да? И вот дальше мы уже будем развивать. Давай хотя бы с этих вопросов начнем. То есть почему, по твоему мнению, это произошло и какой в этом скрытый смысл? Для начала надо еще уточнить, что ты сказал. Получается так, вот ты пришел, положил 100 рублей, через год тебе обещали отдать 110 рублей, вернуть тебе. Да, и да, тебе да. еще сказали, мы, да. вот мы до другим дадим твои 100 рублей, да, и да, да, нам вернут 120, кредит. Да, в кредит, и нам вернут 120. Да, да, и нам, то есть, правильно, ты основной момент упомянул, который я два раза рассказывал перед этим, который не записать, поэтому повторюсь, да, ты абсолютно прав. Итак, людям рассказывается такая схема, как на что существуют банки. То есть, вы, молодой человек, положили деньги на вклад, через год мы вам дали 10% годовых, вы получили 10% вот этой прибыли. Откуда она взялась? Мы другим людям, которым необходимы эти были деньги, они взяли у нас кредит, мы их дали под 20%, то есть он нам отдал 120 через год рублей, мы вам отдали 10 рублей, и у нас осталось 10 рублей еще нашей прибыли. На эту прибыль мы строим себе прекрасное, огромное здание, содержим огромный штат сотрудников, даем очень-очень дорогостоящую рекламу в разных средствах массовой информации, а также ездим отдыхать, восстанавливать свое здоровье от тяжелого физического труда на Куршевеле, Ницце и тому подобное. Вот. Если здравомыслящий человек посчитает, что тут как бы вот все идеально и замечательно и прекрасно, то мне кажется, надо все-таки этому мыслящему попробовать с калькулятором посчитать, может, все-таки как бы не сходится чего-то. И вот именно тот момент, который перед этим был сказан, то есть ты положил 100 рублей, выпустили на твои 100 рублей 9900 рублей, ну это если при норме частичного резервирования 1%, тебе выпустят 99 раз по 100 рублей. Или получается 9900 рублей. Эти 9900 рублей дали людям разными суммами в кредит. И вот через год банк уже получил 20% с суммы 9900 рублей. Я думаю, когда вы посчитаете, сколько это получится, окажется, что это чуть больше той суммы, так это сказать, в сотню, в тысячу раз, чем то, о чем нам говорят. Ну, это так, вкратце. Получается следующее. Сам банк ничего не производит, кроме ноликов, которые он вписывает в какой-то компьютер или на какие-то бланки. А это называется полная виртуализация. Денежные средства, ты отметил, может печатать Центробанк, сами вот эти банкноты, да, которые шуршат у кого-то, или печатать монетки, штамповать. И не более того, банк он сам денег не производит, но при этом он тоже ничего другого не производит, только вот этот воздух, который ноликами обеспечивается. И вот эта вот паразитарная, на мой взгляд, машина, она существует, 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 и еще какое-то время будет существовать, если вы ее будете поддерживать. Что, наверное, надо разобрать, что это такое, уже понятно, как это все произошло.
Вот когда-то, когда была державная система на Земле, державное мироустройство, мировоззрение, то мировосприятие, то в этом случае было так. Человек производил какой-то товар, и он этот товар кому-то отдавал. Взамен он мог получить как также товар, то есть натуральный обмен, так и какие-то, ну, условно, денежные средства, которые выпускал, внимание, князь, отвечающий в мирное время за это место. Князь – это человек, который соблюдает кон по ясности. Князь. Не на коне, который сидит. Хотя многие говорят, что на коне, ну да, он выше других, князь. Но все-таки кон – ясь. Ясь – это ясно, кон – это понятно что. Так вот, который чтит кон и поддерживает кон в ясности, вот он и назывался князь. Святейший князь или царь, то есть царь всея Руси, всея державы, он большими полномочиями обладал, но при этом держал совет с другими князьями, поскольку он был равен им и избирался из них, этими князьями. Но здесь целая система копного права, вечевого, весевого, мы сейчас рассматривать ее не будем. Так вот, исходя из необходимости, князья по договоренности со светлейшим князем-царем выпускали определенное количество вот так называемых денежных средств, которые обеспечивали беспрепятственный товарообмен на территории как самого княжества, так и всей державы. Никому в голову не приходило подделывать эти товары, и никому в голову, прошу прощения, не товары, а деньги, это сейчас деньги стали товаром, эти деньги, самому что-то печатать, рисовать и так далее. Была полностью доверительная система. Деньги были не товаром, как я уже сказал, а деньги были средством, которое позволяло уравновешивать что-то, помогать продавать эквивалентом каких-то затраченных сил, труда, времени и так далее. И они помогали, например, покупать на севере что-то, привезенное с юга, на юге что-то, привезенное с севера. Обменивать не только натурально, но и вот при помощи денег. И не более того. Со временем стали появляться ушлые ребята, которые предложили такую схему. Как это, в принципе, написано в некоторых интересных книжицах. Мы вам даем денежку в рост, вы нам возвращаете две денежки. Рассмотрим схематично, как это произошло. К примеру, захватили ум какого-то князя. Не знаю, опоили его, одурманили, какие-то чары на него навели, неважно. Схема. Взяли власть в свои руки, условно. Дальше они говорят: ну, князь, у тебя же вот есть деньги, давай, что они просто так лежат, давай мы людям раздадим эти деньги, чтобы они у них были. Хорошо, раздали. Но с одним условием. Условно, дали 100 монеток, 100 людям, и сказали: уважаемый человек, через год ты мне вернешь монетку и вернешь еще одну монетку. То есть две монетки вернешь. Просто, просто. Все понятно, понятно. Условие такое. 100 монеток есть, больше монеток не производится. Но через год надо вернуть, получается, 200. Чудес не бывает, год заканчивается. Откуда взять еще 100 монет? Понятно, что тот, кто раздавал, он получит только 100 монет, потому что больше вброса денег не производилось. Как быть? Ну вот я человек, у меня была одна монетка, мне надо вернуть две монетки. Я должен что-то продать по принципу Матроскина, чтобы что-то купить, надо что-то продать. Давай, шарик, мы тебя продадим. Вот, либо у кого-то ее украсть. Если это честный человек, он всеми правдами и неправдами, там, разбивая себе лоб, производит что-то такое, добывает монетку. И он идет к дельцу этому, отдает ему две монетки. А если нечестный, он крадет эту монетку, ворует, грабит, что угодно, тоже отдает две. Но получается, что если отдали четыре, два человека отдало четыре, значит, два человека остались без монет. Они будут на четвереньках ползать, а мы на них плевать. Зачем? Удовольствие получать. Ну, если, скажем так, было 100 человек, то 50 человек обкрадут. Ну, как минимум, да? Как минимум. А что эти 50 человек будут делать? Они попадают в какую-то зависимость, кабалу. Они начинают отдавать взамен свои вещи.
предлагать свои услуги. Появляются самое-самое вредное, что может быть. Там проституция, какие-то наемники, что угодно. Или человек просто задарма начинает трудиться. Дальше что происходит? Дальше, когда появилось воровство, когда появилась проституция, когда появились бандиты на большой дороге, разбойники, а человеку нужно везти свой товар, например, в другой город, к другому князю, он остерегается везти с собой кошелек, потому что лихие люди могут у него отобрать, лишить еще жизни. И он идет к этому мудрому человеку и спрашивает: «Уважаемый, как мне быть? Деньги с собой везти опасно. А там сидит твой брат, который мне может эти деньги передать». И уважаемый этот человек говорит: «Я своему брату напишу расписку, вексель, где будет стоять твоя фамилия и моя фамилия. И в этом векселе будет написана сумма, которую ты можешь у него получить. Тебя такое устраивает расклад?» Конечно, устраивает. Чем 100 золотых монет везти и потерять их на дороге? Лучше уж с бумагой приеду. Брату отдам 100, вексель на 100, и он мне 100 выдаст. Я на месте потрачу, куплю, что мне нужно, повезу обратно. В дальнейшем вексель на какую-то сумму становится не очень дееспособным. Проще выдать чековую книжку, где человек может, например, в сумме 100 золотых монет выписывать чеки, например, на одну монетку, на две монетки, на три, в объеме максимально 100 золотых монет. И также приезжая к его брату, идя обналичивать эти деньги. Очень интересная ситуация получается. Векселя уже есть, реальных монеток тебе никто не дает, ведь человек сразу не получит 100 монеток. Ему не нужно. Он будет получать 100 монеток потихонечку, плавненько, по мере необходимости. Вряд ли он придет и сразу 100 монет потребует. Он пришел, например: мне нужна одна монетка, чтобы снять гостиницу. Мне нужна одна монетка, чтобы купить там вала. Мне нужна одна монетка и так далее. И он в течение недели, двух, трех потихонечку эти 100 монет выбирает. А может и месяц, а может и год. В этот момент другие люди, куда он эти монетки тратил, также они несут в банк. И получается, что, в общем-то, как эта игра в наперстке. Ты 100 рублей потратил, эти же 100 рублей за спиной передаются подельнику, и он еще ставит 100 рублей и добавляет сверху 1 рубль. Вот такая вот система. А дальше эти дельцы думают: ну раз деньги сразу не забирают, мы же можем выпускать больше этих векселей. И они идут к князю и говорят: князь, а давай-ка твоего именем выпустим, например, у нас всего 100 монет, а мы выпустим 1000 векселей. Смотри, как хорошо, у людей появится больше денег, они ни в чем нуждаться не будут, князь уши развесил, давай. А потом в следующий раз: а давай мы выпустим вообще там миллион этих векселей. Ой, как здорово, давай, у меня люди все богаты, товарооборот пошел. Его не интересует, что реального обеспечения нет, инфляция будет, потому что денежного объем больше, а производилось сколько было, столько и остается. На производство это никак не повлияло. Покупательские возможности возросли, а предложение упало. Вот тебе инфляция. И вот таким вот образом, в конечном итоге, мы пришли к тому, что ты обозначил в самом начале. Человек принес 100 рублей реальных, но под эти 100 рублей выпускается почти в 100 раз больше, нежели чем он принес. И вот эта виртуализация, она стала все больше и больше в наш мир внедряться. В конечном итоге мы имеем сейчас инфляцию, управление от тех, у кого реально деньги есть, золото, управление теми, кто рисует нолики. То есть те, кто рисует нолики, отдурят нас, а те, у кого реальные бабки, ну, бабки имеется в виду золотые слитки, те дурят этих. И вот такая вот кутерьма завертелась, закрутилась. И мы превращаемся в тех, кто отдает реальные какие-то свои ресурсы, а взамен получает нолики. И мы, я думаю, вот этого коснемся. Кстати, очень интересный анекдот есть, когда к одному такому братану пришел добрый наш простой Ваня и сказал: слушай, мне тут нужна денежка. Ты этот анекдот можешь рассказать? Сейчас попробую вспомнить. В общем, пришел, значит, к такому не товарищу, скажем так, Иван, и говорит: мне нужна денежка, не хватает мне на жизнь. Такой не товарищ говорит его: ну, я понимаю, конечно, сожалею там о твоей тяжелой доле, но всякое бывает, давай-ка вот что сделаем. Я тебе, конечно, денежку дам, но учти, что ты мне будешь должен в конце года отдать две денежки.
А чтобы ты точно мне отдал эту денежку, я попрошу тебя в залог что-нибудь такое вот, как называют в банке, обеспечение. Ну, если, как говорится, по дружбе топор сгодится твой. Пошел Иван домой, принес топор. Отдал ему топор, вот, говорит, тебе топор в залог. Так, ладно, говорит, ему не товарищ вот этот. Я тут, говорит, подумал, Иван, и придумал вот что. Понимаешь, через год может же у тебя не быть двух денежек. Вот. Может, ты мне сразу одну денежку отдашь, а вторую ты мне будешь должен и через год вернешь. Ну, добрая душа человек, Иван говорит, да, конечно, пожалуйста. Значит, договорились на этом, и Иван пошел обратно к себе домой. Идет обратно он к себе домой и думает, так, значит, не хватало мне денежки. Вот. Но был у меня тогда топор. А теперь у меня забрали топор, денежки как не было, так и нет. И я еще одну денежку должен остался. Оказалось, этот анекдот не полный, поэтому передаю бразды тебе. Чего же там дальше-то еще будет? А дальше разворачивается все еще интереснее. Вот он так вот размышлял и думает, а откуда я возьму-то еще одну денежку-то, чтобы отдать вот этому доброму человеку? И он приходит и говорит, уважаемый, я вот тут думал, денежку-то откуда я возьму, чтобы тебе отдать? А он говорит, да все очень просто, у тебя что-нибудь есть, кроме топора? Говорит, ведро есть. Ну вот неси ведро, я тебе денежку выделю. Так что вот такая интересная ситуация получается. Это, по сути, вот этот анекдот, он описывает то, что произошло когда-то и то, что происходит сейчас. Про виртуализацию мы с тобой поговорили, как она родилась. Теперь, наверное, нам надо поговорить про пирамидную вот эту виртуализацию, которая МММовская, да, чтобы дальше уже разобраться с теми, а кто же был все-таки Голубков, партнер он или бездельник? Да. Давай еще вкратце, да, вот смотри, вот эти вот большое количество денег, которые банки имитируют, да, их же надо людям раздать под кредиты, да? И мы еще вот давай с тобой что упомянем, что чтобы их, как сказать, должен быть спрос на эти кредиты. Соответственно, надо среди народа проводить такую агитацию, которая бы так на них воздействовала, чтобы они эти кредиты брали. Да? И сейчас в последнее время что получается? Говорят, денег нет, возьми кредит, съезди отдохни, тебе сразу прощают. Машины нет, возьми кредит, купи машину, квартиры нет, возьми кредит, еще ты, как говорится, платить, дети будут платить, внуки будут платить, ну а потом, если не расплатитесь, мы заберем квартиру, да, то есть вот как бы это все проповедуется, и народ почему-то наивно в это верит, лезет в эту, да, и затягивает и себе на шее, да, а схема-то тут простая, получается, если тебе нужен кредит, у тебя расходы с твоими расходами не совпадают. Соответственно, здравый человек, он что будет делать? Он будет размышлять, как мне уменьшить расходы, да, чтобы с доходом совпало, либо мне как увеличить доходы, либо как делать и то, но в итоге, чтобы баланс свести такой, чтобы мне не надо было у кого-то что-то занимать. Потому что если у тебя сейчас не хватает денег, а ты влезешь еще в долг, тебе надо будет вот это то, что тебе не хватало отдать, еще проценты отдать. То есть ты и никаким образом это все не выплатишь. Потихоньку-потихоньку тебя обанкротят и заберут все. Вот, вот как бы вот этот момент мы еще не разобрали. Ну а теперь ты упомянул красивое слово «вексель», да? Я вот почему-то образ у меня с этим векселем, это вот связано как раз, когда появилась реклама, да, небезызвестного Лени Голубкова. Кто не знает, кто это или что это, посмотрите в интернете, вы удивитесь, насколько был этот человек популярный в свое время. Вот, который был не халявщик, а партнер, у которого хорошая была бизнес-стратегия, как в короткое время дойти от сапогов до квартиры. Вот. У него сначала все получалось прекрасно и замечательно, а потом почему-то все вот эти радужные мечты Лени Голубкова и миллионов людей, которые ему поверили, они обратились в прах. Вот. Но лучше вам самим посмотреть, что такое депрессия, что такое
МММ, вот эта организация называлась МММ. Ну, как говорится, посидите, подумайте, я думаю, много интересного узнаете об этой штуке. Так вот, теперь-то что получилось? Людей обманули раз, людей обманули два, но поколение, а вот эти вот жажда наживы, халявной наживы, да, и потом еще такой вот страх, что как бы мне вот успеть, чтобы вот тоже, а тоже потом же другие-то все разбогатеют, а я не разбогатею, а потом, ё-моё, сейчас все пропало, то есть это как бы жадность и страх, да, если говоря простыми словами, оно почему-то во многих умах и сердцах, оно вот преобладает вот такие качества. И на этом предприимчивые дельцы пытаются играть. А играть они начинают сейчас на той площадке, которая наиболее популярна у народа. А где больше всего сейчас в современном мире народа? Ну, наверное, всем понятно, да? В интернете. Он сейчас есть, наверное, и у бабушек, и у дедушек, и у мальчиков, и у девочек, и кругом, и везде. И вот то же самое дело сейчас проповедуется в интернете. Только тут стараются играть по-хитрому. Они не впаривают вам кредиты. Они говорят, как говорится, тот же вид, только в профиль, да? А им не важно, каким образом с вас деньги-то стянуть, да? Они вам говорят такую байку. Значит так, дорогой наш товарищ, принеси сюда свои деньги, вот как Буратино на это поле чудес с деревцем, да? Положи сюда свои вот эти вот золотые монеточки, вырастет большое дерево, и ты прямо золотишься, да? А за эти тебе виртуальные, за эти твои реальные денежки тебе дают ничем не обеспеченные виртуальные нолики, которые с помощью программного красивого обеспечения либо каждый день, либо раз в месяц, либо там еще через какой-то срок, они на твоем счету увеличиваются, их становится больше и больше. Вот, Алексей, не мог бы ты рассказать, как, по твоему мнению, куда вот такое вот счастье может народ-то привести, есть ли тут какой-то подвох? Да ты уже все рассказал, подвох очевиден здесь. Дело в том, что тот, кто устраивает правила игры, тот в любой момент может машинку включить, так и выключить. А машинка – это та, которая нолики эти дорабатывает, дописывает, допроизводит. То есть определенные автоматические алгоритмы управления вот этими всеми процессами в зависимости от количества подписчиков и в, как это называется, которые вкладывают люди, да, вот, и есть ручное управление. То есть те ребята, которые находятся на высшем уровне управления, когда разобрались, что лохов у нас достаточно большое количество, компьютеризация прошла успешно, интернет в каждый дом, и бабушки уже знают, что такое Форекс и прочее, пора внедрять. И были внедрены вот эти самые криптовалюты. Ты правильно сказал, что криптовалюта – это то, что не обеспечено вообще ничем. Если в банке хотя бы твои 100 рублей положены, и на них выпускается еще дополнительно куча-куча всего с ноликами, здесь вообще ничего нет. И здесь Голубков вообще отдыхает. Если МММ устроился насчет таком принципе, ты сейчас пришел сам, положил 100 рублей, потом получил, значит, тебе там сверху посолили, ты получил 110 рублей через 2 дня, ты говоришь своим знакомым: друзья, а я вот за 2 дня получил вместо 100 рублей 110 рублей. Тебе говорит: ух, как здорово. И притащили 10 человек еще по 100 рублей. Значит, тут вливание реальных денег идет, реальных вот этих бумажек. Им тоже дают через какое-то время еще по 110 рублей. Они говорят всем своим знакомым, ну там уже такое расползание, такая пирамида идет. Ух ты, здорово. И вот эти все лохи начинают бежать. Естественно, когда уже каждый привел по 10, то первый получает с этих 10 кусочек овчинки, а вся остальная овчинка состриженная уходит тому, кто это организовал. И таким образом, по идее, вот как тот самый главный МММщик, он говорил, вот весь мир включится в это дело. Да, весь мир включится, а когда закончится последний мирянин, что дальше, с кого дальше стричь? И нужно будет что, 10, что ли, там, планет каких-то подключить к этому, чтобы с этих 10 планет собирать деньги? Ну, не все планеты захотят с нами участвовать в этом безобразии. Там, наверное, более разумные. И что тогда? И тогда происходит резкий обвал. Те, которые раньше взяли деньги, они их уже перевели куда-то. Главарь находится в бегах, денег у него уже нет, все, деньги уже выведены. Мальдивские там острова приватизированы, куплены. Яхты, корабли, самолеты тоже уже все нормально. Находятся в нужном месте, под нужным
чутким руководством. Он говорит, ну нет у меня ничего. И такого директора выводит, вот бейте ему морду. Директор выходит, ему все бьют морду. Он такой счастливый, довольный. Мне все равно при ком сидеть, хоть при Керенском, хоть при царе. Я директор, я сижу. Ну вот такая ситуация. Там хотя бы в МММ были какие-то деньги. А здесь вообще развод по полной программе. Здесь обратно денег не отдают никому. Здесь человек пришел, вложил в эту криптовалюту или заработал ее при помощи какого-нибудь там компьютерного сервиса или чего-то еще. А дальше непонятно, что дальше делать с этим. Курс растет, 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 и идет разговор о том, что вам сейчас отдадут. Но, может быть, кому-то и удавалось вытаскивать из этого, я не знаю, может быть. Но суть-то в том, что сейчас, вот если мы возьмем какой-нибудь курс криптовалюты, мы увидим, как он вырос. И мы увидим, что это полностью вообще воздух. Лохов столько стало много, что они просто понесли эти деньги не такой нескончаемой рекой, как вот в Мавзолее раньше или в Макдональдс выстраивались. Вот примерно то же самое. С мешками люди несут свои деньги для того, чтобы сыграть, как на бирже, в эти виртуальные денежки. Вот назови мне, какие были курсы, ну, скажем так, при организации какой-либо виртуальной вот этой валюты, и что сейчас, через несколько лет, происходит? Угу. Ну, сейчас одна из самых популярных валют, вот этих виртуальных, это биткоин, да? Мы уже с тобой просматривали историю, но я повторюсь. Значит, организована она была, эта платежная система, то есть как бы принцип ее работы, и первая вот эта программка, сайт и так далее, 2008 год. Через год, в 2009 году, за $1 США давали 700-1500 биткоинов. Сегодня мы с тобой смотрели курс, за 1 биткоин дают 2580 и там еще сколько-то центов. То есть это настолько, как сказать, народ одурманен, что он покупает воздух, воздух он покупает. Ну, он вообще даже не воздух, воздухом дышать может, он вообще покупает ничего за такие деньги. Это вот насколько надо народ оболванить. А дальше вот какой момент? Многие это не понимают и не видят, да? Правила игры пишутся не нами. В любой момент могут сказать, что по любым причинам там, а могут даже вообще не говорить. То есть просто закрыть это все дело и, как говорится, были ваши денежки, сплыли ваши денежки. Это касается и низового самого уровня, которое пытается вот выиграть якобы на росте на этой валюты, да, потенциальном, там, который когда-то будет. Это касается и дельцов побольше, которые владеют обменниками, которые обменивают эту электронную валюту. У меня есть пример с платежной системой Liberty Reserve. Она была тоже очень крупная, международная. И вот один мой знакомый, который владел обменником, потерял несколько миллионов рублей. В определенный момент сказали, что он террорист, он финансирует террористов, эта платежная система также финансирует террористов. Закрыли эту платежку, закрыли его обменник, и он еще остался должен людям, которые, получается, прислали ему вот эти вот виртуальные штуки в последний момент перед закрытием. А ему теперь по обязательствам пришлось реальные рубли там отдавать и все остальное. То есть никто не застрахован от того, при вот такой системе, которую мы сейчас разбираем, что в любой момент правила игры изменятся, и денежки, которые у тебя висели на счетах или еще где-то, они превратятся в прах. В лучшем случае ты просто прогоришь, а в худшем ты еще останешься должен. Вот как бы вот к чему нас сейчас ведут. Да, все верно. Надо понимать, что даже те люди, которые долго пытаются играть на бирже, пытаются играть на каких-то там виртуальных этих системах, предсказания курса доллара или евро или еще чего-то, это примерно те же самые ребята, которые занимаются игрой в русскую рулетку, но только где не один патрон в барабане, а где их несколько. А им кажется, что они какие-то там ологи, ну что-то там, как это, когда деньгами-то распоряжаются, маниологи, когда они знают, как правильно работают деньги, как они куда приходят и как они куда уходят, и как это биржеологи, как там биржа по каким правилам работает. Да, ребят, вы ничего не знаете. Надо понимать несколько уровней, про которые мы говорили в прошлый раз. Первый уровень, очевидный всем, это те, кто участвует в этих играх. Это простые люди, которые или
за то, что им платят деньги, они в этом участвуют, или за интерес они в этом участвуют, или за патриотические каких-то своих чувств в этом участвуют. Так или иначе, это все может перемешиваться. Но это те, кто правил игры не знает. Им сказали, делаешь вот это, получаешь вот это на выходе. Они это исполняют. Это исполнители. И когда такой исполнитель думает, что он понимает правила игры, его ждет очень глубокое разочарование с какими-то серьезными последствиями. Следующий уровень – это управленцы, которые отрабатывают деньги в большом количестве, пришедшие на этот проект. Управленцы этого проекта. Им дали проект, сказали, как этот проект работает, каких лохов надо нанимать, сколько нужно платить, сколько чего стоит. Их подготовили, и они дальше управляют этим. Третий уровень, он уже находится на государственном таком масштабе, государственная планка этого курятника. И здесь, на этом уровне, разрабатываются эти проекты. Почему? Потому что, например, нужно слить несколько триллионов долларов. Ну, разработали вот эту программу и дали управленцам, они эту программу осваивают. К примеру, там полеты на Марс. На Марс никто не полетел, но при этом были сняты фильмы, были сделаны графические какие-то там постановки. Кто-то там какой-то завод якобы арендовал, или, может быть, построили даже завод. Даже люди там какие-то работали, что-то производили. Потратили там 2 миллиона, но списали там 100 триллионов. Ну, условно. Вот. И четвертый, самый высший уровень, те, которые управляют вообще всем, им деньги не нужны, они их не интересуют, это те, которые управляют государственными всеми структурами, они заходят в спальню любого президента, открывая ее ногой в случае необходимости, они говорят, что делать, что не делать, или прямо, или косвенно, вот, их интересует исполнение программ численности населения. Это как пастухи, которые определяют, сколько в стаде должно быть овец. Вот это поле может выдержать, например, там, отару из 1000 овец. Вот 1002 овца и 1001 овца здесь лишние. Их просто режут, убирают. Если вдруг расплодилось 2000 овец, то поле погибнет. Надо срочно 1000 овец по голове сократить. В этом случае включается программа уничтожения. Она спускается на государственный уровень. Те спускают на уровень управленцев. Занимается, значит, какая-то там войнушечка или что-то еще, или голод, или неурожай, и 1000 овец погибает. Все, остаются 1000 овец, все нормально, все хорошо. Вот эти 4 уровня надо учитывать. Поэтому, если вы находитесь на первом, низком самом уровне, не думайте, что вы постигли какой-либо смысл этой игры. Достаточно кошке, живущей в офисе тех самых управленцев, чихнуть, и он вдруг захочет ни с того ни с сего понизить котировку какой-то валюты. Или там понизить нефть, или газ, или что-то еще. Или наоборот повысить. Или в какой-то стране устроить бучу какую-то. Или что-то еще. Взорвать какие-то там башни-близнецы. Что угодно может произойти. И вы вдруг, зная, как работает биржа, и поставив все деньги на какое-то вот дело в этой бирже, которое вам кажется, что оно существует, и все должно быть так, как оно вот вам показалось. Приходите на следующий день и видите, что там вроде полный крах, и вы в полном пролете еще кому-то что-то должны. Поэтому играть на всех биржах, неважно, называется это МММ, криптовалюта или там Форекс, вкладывание в деньги, это заниматься самоубийством от своей глупости. Вам может вести какое-то время. Вы можете быть козлом, который ведет на бойню за собой, и поэтому вам везет, вам в руки вообще все здорово идет, вы умеете говорить, и вас выбрали тем самым козлом, который других овец ведет на бойню. Но не более того, когда-нибудь козел старится, его тоже пускают под нож. Правда, шкура его ничего не стоит. Если овец шкура что-то стоит, козленная шкура, она меньше ценится, и из нее меньше чего можно сделать. Да и мясо козла тоже, которое уже старое, никому не нужно. Поэтому вот такая неприятная ситуация. Но, с другой стороны, вот если биткоин ты упомянул, то в этом случае надо понимать, что так или иначе виртуализация этого биткоина и вообще виртуальная валюта, она сыграла на наших вот карманах наших пользователей, не на моих, не на твоих, а на тех, кто впустился, очень как-то так очень интересно и очень активно. Дело в том, что под это дело было выпущено очень много компьютерной техники, заточенной как раз на добычу вот этих самых биткоинов. И в свою очередь это вызвало резкий взлет цен на видеокарты и на компьютерную технику, вообще, которая ничего не предвещала, вот просто они выросли в 2, в 3, в 4 раза. И мало того, это заставило производителей выпускать заточенные под вот эти фермы видеокарты, которые никому вообще не нужны, они ничего не умеют делать, только вот это вот считать математику простую. И в дальнейшем, когда обрушится вот эта криптовалюта, она обрушится обязательно, другого не может быть, МММ не может бесконечно развиваться, то в этом случае эти карты
будут стоить копейки, потому что они даже примитивные игрушки не смогут обеспечить. Они не будут востребованы ничем. И те, кто эти фермы сейчас содержит и развивает, они встанут перед выбором, а что делать? То ли удавиться, то ли там за копейки это сбыть и остаться еще должником, то ли пойти на панель там продавать что-либо из своего тела. А может быть, печень, почки продать, я не знаю, ну что-нибудь продать. Вот, то есть бомжевать. Так что вот такая интересная ситуация. Дельцы всегда подстраиваются под виртуальное и всегда из этого виртуального вытаскивают реальные деньги, за которые вы платите своим трудом, вы платите своей жизнью. Вот это надо все учитывать. И дельцы в накладе не останутся. Даже если у них там миллион карточек этих останется непроданных, когда рухнет криптовалюта, они уже их окупили 1000 раз. И окупили те, кто продавал. Есть золотой принцип золотой лихорадки. Выигрыше всегда оказывается не тот, который роет золото, а тот, который продает лопаты и кирки для того, чтобы рыли золото. Тот, который продает лес для строительства этих шахт, поддержания шахт, лес для строительства домиков для этих несчастных золотоискателей, и который кормит и обувает их. Вот эти ребята всегда будут в выигрыше. И неважно, достали вы там золото, не достали, вы все равно за это заплатите, потому что вам нужна лопатка, нужна кирка, и нужно дом, где жить, и нужно что-то есть, и нужно чем-то укреплять те шахты, которые вы выкапываете. Поэтому выигрыши будут в любом случае они. Но самое главное, выигрыши будут те, кто это золото потом продает на бирже, которые становятся правила этой игры, и те, которые продают металл для кирок и лопат, продают продукты и так далее, вот они будут вообще в шоколаде. Они даже не будут знать, где эти прииски находятся. Они просто будут сидеть на бирже и вовремя спускать нужный товар. А все остальные игроки будут зависеть от них. И они будут разорять одних, поднимать других, будут продавать подороже металл для того, чтобы лопатка стоила подороже или кирка. Будут дерево подороже продавать, те же самые яйца подороже продавать, там, или мясо, или что-то еще. Вот они в любом случае окажутся в прибыли. Вот это все надо учитывать. Что, к какому выводу, вот сейчас я предварительному прихожу. Выигрыши оказываются те, кто в конечном итоге занимается продажей реального товара. А в проигрыше оказываются те, кто занимается виртуальным товаром. Вот это принцип современного мира. А вот теперь давай поговорим, а для чего вообще людей-то втягивают в это? Че, вот просто так нельзя, что ли, жить хорошо? Ну, смотри, мы, кстати, вот два... Ты упомянул, да, что на первом уровне, которое, соответственно, там самый низовой, могут пострадать, повыше могут пострадать. Тут надо сказать, что никто не застрахован в этой цепи, даже на высоком уровне. У нас есть пример с, как назвать-то, Кипром, да, куда выводили олигархи деньги свои виртуальные. И они там виртуально и похоронили все их деньги, да. И у нас есть еще пример более глобальный с нашим государством, которое что делает? Ресурсы, которые по конституции принадлежат народу, оно вывозит за границу. А дальше, как говорит, смотрите за руками, как это говорят, да, получается такая штука. Например, Центробанк Евросоюза или там ФРС Америки, она выпускает какое-то количество денег, там евро, доллары, неважно, и переводит с одного счета внутри вот своей конторы на другой счет, который зарегистрирован уже на Центробанк России. То есть виртуальные нолики с одного счета в американском банке, да, переходит на другой счет в этом же банке, никуда дальше не уходя. И это называется наш резервный фонд нашей страны, да. То есть еще раз, проще некуда, да. Люди смеются над тем, что американские индейцы за бусы продали огромное количество земли в Америке за стеклянные бусы, а мы продаем лес, газ, нефть за виртуальные нолики, которые даже к нам в страну не приходят. Ну, это как бы, в общем, для понимания, да. Теперь, как говорится, вернемся на эту самую, на нашу тему, да, на вот это, для чего все-таки нужны вот эти виртуальные криптовалюты, да. А для, они нужны, по моему мнению, и не только, я так понимаю, по моему, но и по твоему, для того, чтобы легко было делать с любым государством на земном шаре все, что захочется тем, которые вот эту вот систему создали. То есть, в
какую-то страну, в которую нужно как-то на нее воздействовать, закачивается моментально, переводы этой валюты происходят моментально, сумма большая этих виртуальных ноликов. Эти виртуальные нолики через обменные пункты переводятся в реальные деньги. А дальше на эти реальные деньги делай что хочешь. Организовывай разноцветные революции или нанимай ребят, которые любят быстро, как это сказать-то, переходить в мир иной, где ждут большое количество прекрасных девушек, да, с фейерверком там и светомузыкой, да, или, соответственно, скупай большое количество предприятий. Перед этим можно эти предприятия обанкротив, продав их акции за бесценок, или наоборот, купив предприятие, потом накрутив цену на акции, продать его. То есть делай с государством что хочешь. Как это есть какого-то фраза такого известного деятеля, там какого можете посмотреть в интернете, там говорит: дайте мне право печатать деньги, и мне без разницы, кто управляет вашим государством. На самом деле в этом, я так понимаю, на сегодняшний момент есть какая-то доля истины. Вот. И теперь получается, вот именно, скорее всего, под вот эту штуку это все заточено. Под не мелким манипулированием народа, это слишком мелко, а для того, чтобы глобально изменять страны, вот эту вот политику, геополитику, как называется. Вот, по моему мнению, именно для этого вот эти все штуки и приспособлены. Я с тобой согласен. Если вот эти криптовалюты в России будут введены в статус валют, которые на бирже обмениваются и можно снимать деньги реально, не просто там через какие-то хитроумные вот эти вот обменники, а вот реально прийти в банк и снять, то в этом случае можно устроить что угодно в этой стране. Потому что, как уже было сказано, криптовалюты ничем не обеспечены. И ты сегодня можешь нарисовать 1 000 000 ноликов, завтра 3 миллиона ноликов, а послезавтра хоть 100 миллионов ноликов. И тебе никто за руку не поймает и ничем тебя не обвинит. И это не будет какое-то уголовное там наказуемое дело. Так вот, если вдруг представить себе, что в какой-то стране криптовалюта принята, как и все остальные валюты, на государственный уровень, и она принимается во всех банках и обналичивается во всех банках за валюту той страны, может произойти следующее. К примеру, я решил разорить эту страну. У меня есть куча вот этих вот криптовалют, то есть я попандопал, я рисую нолики. Да? Вот. Дальше. Я посылаю в эту страну своих резидентов. Ну, например, сколько банков в этой стране? Там, например, 1000 банков. Отлично. Я посылаю 1000 своих резидентов и говорю: открываете счета в этих банках, каждый в своем банке. Примерный объем наличных в банке нам известен в каждом. Вот в этом 1 000 000, вот в этом 1 000 000000, вот в этом 100 тысяч и так далее. Открывайте там счет, все замечательно. Дальше, когда вы открыли счета, я вам перевожу на ваши счета огромное количество этой криптовалюты. Это все делается буквально там за несколько минут после того, как ваши счета открыты. И вы в один день идете в эти банки с заявлением: «Прошу выдать мне во временное пользование вот такую-то сумму вашей внутренней валюты», ну, тугриков условно, 100 миллиардов тугриков в этом банке, 200 миллиардов вот в этом банке, триллион вот в этом банке, ну и так далее. Для каждого банка выписывается неимоверная, огромнейшая сумма этих тугриков, реально существующих в этой стране. Что, как ты думаешь, произойдет дальше? А дальше произойдет следующее. Банкиры разводят руками, говорят: а у нас нет такого объема денег. Говорят: ну как же нет? Криптовалюта в стране имеет ход? Имеет. Она обменивается? Обменивается. Будьте любезны, мне обменяйте. Поднимается шухер государственного масштаба. Все банкиры стоят на ушах. Правительство стоит на ушах. А потом эти ребята приходят и говорят: ну, если вы не можете нам выдать деньги, золото, драгоценности, свои фамильные там картины или что-то еще, ну, значит, тогда мы купили вашу страну. И все. Ребята, а вы теперь наши. Вы теперь под нашим чутким руководством. Вот что может произойти, если любая криптовалюта, не обеспеченная вообще ничем, станет такой же валютой внутри страны. Причем
многие говорят, ну, такого у нас нет. Да есть такое. По сути, доллар США – это и есть криптовалюта. По сути, доллар США – это и есть криптовалюта, которая имеет некий бумажный эквивалент, и также она рисуется в ноликах кем-то, которые могут делать что угодно, когда угодно, и переводить ее куда угодно и как угодно. Тот самый резервный фонд федеральный Соединенных Штатов Америки, частная лавочка, как ты уже сказал, которая этим и занимается, это криптовалюта, которая ничем не обеспечена. Если до какого-то определенного лохматого года доллар США имел какое-то финансовое, ну, вернее, материальное обеспечение в виде золота, то потом, после определенных событий, эта пометочка с доллара ушла. Все доллары были изъяты и были заменены на бумажке, где вообще ничего нет. Нету пометки, что кто-то вам что-то должен в золоте, серебре или что-то еще. Это просто фантик. Та же самая ситуация произошла в нашей стране. Когда был СССР, то там было написано «казначейский билет, обеспеченный золотом», насколько я помню. Ну, что-то такое там было написано. «Подел казначейских билетов карается президентом по закону» и так далее. Сейчас, если вы откроете любой справочник или заглянете в свой кошелек и достанете бумажечки, вы не увидите, что она чем-то обеспечена. Там этого нет. По сути, это прототип доллара, прототип криптовалюты. И если сейчас дяденька какой-нибудь Сэм, Билл, Джон, и неважно кто, приедет в СССР, бывший, на территорию СССР бывшего, в какую-то республику, у которого на счету несколько триллионов вот этих долларов, и они придут в разные банки и заявят, что завтра именно нужна им вот эта сумма в несколько триллионов долларов, то эта страна будет куплена на корню. Я вас уверяю, она виртуально уже куплена, если уж дальше так рассуждать. Начальники этой страны прекрасно знают, что может произойти. И поэтому они не вступают в споры с этими Сэмами, Джонами и прочими. Почему? Потому что они знают, чем это все закончится. Они знают прекрасно, что в Центробанк будет подана заявка о выдаче такой суммы долларов или золота или чего-то еще, которого просто в Центробанке нет. А ведь в Центробанк прибегут все банки, потому что они имеют аттестацию в этом Центробанке. Вот такая у нас интересная сказка получается про криптовалюту и МММ, про крипто-МММ мирового масштаба. Что дальше будем делать? Алексей, смотри еще. Да. Значит, еще какой момент, да? Ты сказал, не знаешь, чем обеспечен наш рубль. Так вот, он обеспечен нашим, как называется-то, вот этим резервным фондом. А в резервном фонде у нас хранятся виртуальные нолики евров и виртуальные нолики долларов. То есть наш рубль обеспечен ничем. Вот это как бы ответ на твой вопрос. Теперь еще вкратце, да, про анонимность. Люди говорят, вот это такая хорошая вещь, она анонимна. Ты там переводишь, никто никогда ничего не узнает. Почему-то никто не говорит, что ты не будешь кушать эти виртуальные нолики. Тебе, если даже удастся, тебе их надо как-то вывести. А чтобы их вывести, ты должен иметь какие-то счета банковские, через которые пройдут эти все платежки. И, соответственно, человек светится, когда он заводит туда деньги, когда он выводит оттуда деньги. Да? Ну, а как ты пример с производителем видеокарт дал, так это вообще, как говорится, тут и даже ходить далеко не надо, чтобы найти, где же находятся все эти деньги. А вот тот, кто купил эти большое количество видеокарт, соответственно, он там их туда смонтировал себе. Вот они, ваши деньги. Приходите, конфисковывайте компьютеры со всеми этими миллионами, миллиардами, триллионами вот этих вот виртуальных ноликов и становись, так сказать, глобальным этим Буратиной. Вот, так сказать. Даже не знаю, как Буратино. Был мультик про этого Скрудж Макдак, да, который золото собирал. Вот, моментально стал. А теперь все-таки, знаешь, мы поговорили вот о всем этом веселом разводе, да, так сказать, одним словом. Теперь все-таки, Алексей, давай о добром вечном. Как, по твоему мнению, вот зная вот эту ситуацию, которая сейчас в мире разворачивалась, разворачивается, куда-то ее пытаются развернуть, вот как это взаимодействие с этой ситуацией таким образом, чтобы пользу и для себя извлечь, и для своего рода, и для народа, и для строительства державы? Благодарю. Понятно.
Значит, я с тобой полностью согласен, то, что ты сказал, и дополню. Первое, ну, отвечая на вопрос, буду дополнять. Первое, что, на мой взгляд, необходимо всегда делать для того, чтобы побеждать в любой войне? Это не исполнять волю своего противника. Если вы будете делать так, как хочет ваш противник, вы обязательно потерпите сокрушительное вообще поражение и будете разбиты полностью. Поэтому на любой войне необходимо делать то, что противник менее всего от вас ждет и менее всего ему выгодно. Если мы сейчас говорим, что через виртуализацию происходит втягивание людей в непонятно что, отъем реальных ресурсов, превращение нас в каких-то восторженных бомжей, то в этом случае необходимо уходить от виртуализации, уходить от виртуальности полностью, переставать играть в какие-то компьютерные игры, переставать играть в какие-то вот эти вот биржевые дела и прочее, прочее, прочее. То есть все, что связано с виртуальными ноликами, единичками. Уходите от этого. Потому что пока вы занимаетесь добычей виртуальных ноликов и единичек, кто-то реально, как это было показано на примере с полезными ископаемыми, забирает вашу землю. Вы-то получили на счет нолики виртуальные, но за счет чего? За счет своего времени, которое могли бы потратить на что-то более полезное. За счет своей жизни, за счет своей силы и энергии. Вместо того, чтобы созидать что-то, вы сидели за компьютером, лупились в этот дурацкий экран. Вместо того, чтобы созидать, вы тратили время непонятно на что. Теперь представим, даже если вот не будет искусственного созданного какого-то обвала криптовалюты или чего-то еще. Ну, во-первых, уже было сказано, что обменять криптовалюту вы все равно должны будете засветиться, потому что любой банк выдаст не просто какому-то виртуальному персонажу реальные деньги, а он выдаст человеку, у которого есть фамилия, имя, отчество, дата рождения, проживание и так далее. Это первое. Второе. Даже если учесть, что у вас на счету огромное количество вот этих виртуальных денег, и вы захотели их обналичить, вдруг завтра отключают электричество в городе, где стоят ваши станции. Что происходит? У вас нету этих денег, у вас нету этих ноликов, нету этих единичек. Мало того, у вас отключилась вода в доме, потому что электричество отключилось и насосы перестали работать. Мало того, у вас забивается канализация, потому что отсасывающие насосы и станции переработки тоже остановились. То есть те, кто находится пониже, ну, может быть, кто повыше, тот еще и может гадить, а тот, кто пониже, тот плавает уже в этом нагаженном. Вот, плюс ко всему, у вас отключился холодильник, и та колбаса, которую вы покупали, лепится в магазине, она начинает тухнуть. У вас отключается газ, потому что тоже насосы перестают работать. То есть нет электричества, чтобы что-то разогреть, нет электричества для того, чтобы насосы работали, перерабатывать фекалии, нет электричества, чтобы работали компьютеры, нету газа для того, чтобы что-то себе приготовить, не работают банкоматы, которые могут вам выдать деньги, не работают вот эти вот пластиковые кусочки карт, которые вы можете куда-то воткнуть. И что дальше? Что дальше? Нолики вы съесть не можете, вы их даже достать не можете. А смогут выжить те, у которых есть запас, которые могут что-то произвести и которые произведенные каким-то образом сохраняют. Вот они смогут выжить. Да, плохо, но смогут. А у вас будет голод, у вас будет мор. Вот что будет. Это о вечном, о добром я сейчас говорю. Поэтому если вы хотите, чтобы вас, во-первых, за лохов не держали, и не развели вас, и не обрушили в конкретный момент, так же, как МММ обрушили, да, или какую-то биржу, или какой-то обменный пункт, и вы остались вообще еще должны кому-то, а должны вы останетесь реальными деньгами, не виртуальными, а реальными. Вот. В этом случае вам необходимо это все понять и из этого выйти. И выходя из этого, начинать что-то производить. Это первое. Второе. Нужно понять, что только общинный образ жизни – община от слова «общность», когда есть что-то общее, общее дело, общая земля, общее какое-то мыслительное направление, мировоззрение. Вот только общинный образ жизни способен людей поддержать на плаву. Только так
в реальном мире вы сможете выжить. Вы сможете начать развиваться. Вы сможете что-то делать. Я причем не говорю, что вы должны быть все на земле. Нет, община подразумевает различные способы существования. В частности, и на земле. Может быть, кто-то там рисовать что-то будет, может кто-то что-то делать, кто-то воспитывать, кто-то там за компьютером будет сидеть. Неважно. Важно то, что это община. Это общее дело на благо вот чего-то общего. Вот это община называется. И необходимо владеть чем-то реальным в этом мире. Землей, какими-то, не знаю, там, плантации на этой земле, недвижимостью, чем-то еще. Это необходимо. Иначе может наступить момент, когда придут забирать последний стул, на котором вы сидите, и заберут тот компьютер, которым вы владеете. Вы останетесь вообще без всего. Что вы тогда будете делать? То есть реально, те люди, которые затевают здесь игры, им нолики неинтересны. Им интересно следующее. За эти нолики взять у вас что-то реальное. Вашу продукцию, вашу жизнь, вашу землю, ваши дома и прочее, прочее, прочее. А вы наслаждайтесь ноликами. Поэтому те, которые вот существуют, ну, скажем так, этнические общины, они держатся по очень простому принципу. Создавать что-то реально. Продавать что-то реальное. Доставлять что-то реальное. Добывать что-то реальное, поддерживать друг друга реального, создавать общий кошелек, куда все это складывается, не из виртуальных денег, а реальными деньгами там, или какими-то предметами, которые можно потом реализовать. Вот это люди, которые занимаются реальными делами. А вас они переводят в виртуальность. Для чего? Для того, чтобы увести вас от мира, от реальных дел, внедрить в вас осознанность очередного виртуального лохотрона, криптовалюты, МММ в мировом масштабе. Плодитесь, кролики, и размножайтесь. Как уже сказал анекдот, кролики думали, что занимаются любовью, а на самом деле их просто разводили. Так что делайте выводы. Кто вы? Кролик? Человек? Людина, ничего не понимающая? Выбор за вами. У вас есть все возможности, как созидание, так и самоуничтожение. В принципе, так. Благодарю богов наших светлых, предков наших славных и тебя, Алексей, за интересную беседу. Ну а дальше, как говорится, делайте уж вывод сами. Напоминаю, что благодаря вашим вопросам появляются передачи, в которых мы эти вопросы поднимаем. Так что пишите, обсуждайте, ставите, как там сейчас противное слово, лайки, да, или дизлайки, пишите комментарии, что не так было озвучено, где кто-то оговорился, тоже пишите, на это будем обращать внимание. Какое слово неправильно произносится, тоже пишите. Все зависит от вас. Нужна какая-то тема, разобрать ее, пишите, будем разбирать. На сим мы с вами прощаемся. Желаю вам добра. С вами был Алексей Орлов, Михаил Ять. До новых встреч. Увидимся. До новых встреч. Быть добру. Добру. Народное славянское радио. Все нужно. Все важно.